1 июля 2015 года вступил в силу закон об использовании светоотражающих элементов для пешеходов, в котором указаны случаи, где пешеходы обязаны использовать светоотражающие элементы. Если пешеходы в темное время суток передвигаются по транспортному пути, который находится за пределами какого-либо населенного пункта, если в данное время суток на улице туман или дождь, если пешеход переходит дорогу, идет по обочине дороги или ее краю. 19 сентября в детской поликлинике самым маленьким участником дорожного движения детский врач Зарима Ямыкова после осмотра приклеивала к одежде светоотражающие элементы. Детки сами выбирали понравившиеся им смайлики. После инспектор по пропаганде Асиат Карданова рассказала о значимости светоотражающих элементов в темное время суток. Как работает светоотражающий элемент. Когда свет попадает на светоотражающий элемент, он почти полностью возвращается обратно к источнику. Источником может быть свет фар автомобиля или электрический фонарь. Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что актуально для зимнего времени года, и просто в пасмурную или дождливую погоду. Присутствие светоотражающего элемента на одежде ребенка может значительно снизить детский травматизм на дорогах.